Князь в Дагестане не нарушал правил поведения на дорогах, да и жил он 300 лет назад. В СМИ и сети интернет вирусную популярность набрала новость о якобы привлечении к ответственности за непристегнутый ремень безопасности князя Хаджи Давуда, который оказался на месте пассажира. В региональном МВД пояснили, на самом деле все было совсем не так. 15 января на 923-м километре федеральной автодороги «Кавказ» камера ГИБДД зафиксировала водителя, который непристегнутым управлял «Газелью», за что и получил штраф. На фото он в белой рамке. Именно так нарушителей фиксирует система. Рядом с водителем лишь фото князя, перевозить которое вполне законно.